Я позвонил Егору где-то 2 часа назад. У нас концерт, приедешь? Он такой, да. И вот он. Куда надо идти? Привет. А сейчас... Да, ребят, сейчас я опаздываю. Привет. А куда идти? О, Рома, нифига. А куда идти? Здесь выйти? Все. Спасибо вам большое. На чай. Спасибо огромное. А, салют, ребят. Салют. Бля, что за авантюра? Егор, красавчик. Спасибо, братуха, спасибо. С этим делать. Ебать. Бля, родной, чем он обучили? Что такое пиздец происходит? Там жарко пиздец. Вообще пиздец. Я типа, ну, мокрый. Сейчас копатайся, следующий твой. Какой трек? У Сибой первый, второй ламбо. Хорошо, сейчас копаем. Вай, Кость! Блин, ну половина людей меня уже увидела. Спасибо, ребята.
Везде здесь жара, чат, тут так жарко. Тебе подарок. Я очень... А что дальше будет делать? Я не знаю, что вы будете дальше. Еще. Здесь все. До 11 только. А, все, мы закончили. Да. Спасибо, ребят. А какой последний? Давай. Пинк очень крутой. Еще одна контривышка попалась. Спасибо, Егор, что приехал. Жарко, чат, это просто какой-то трэш. Я не знаю, что они там кричали. Они кричали «Водила! Водила!» Трек красивый. Там девчонки еще выступают. Что? Марш Милаш, это девчонка будет выступать. Сейчас? Да, и потом она должна у меня фит еще купить. Бля, что? То есть мы пока еще здесь, да? Ну, не знаю, можем уехать. Ну, поехали. Парадею еще не могу оставить тут. И у нас камера еще. Мы же снимаем все это, челлендж. Надо как-то с ними попрощаться. Ну, надо сказать спасибо. Да. И уйти. Так, я пока буду туда идти. На улицу, дай его. Че? Если мы так съебем, это нормально? Ну, я не знаю. Ну, надо попрощаться лучше. Я попрощался. Попрощался? Да, сейчас Парадею через забираем. Сделаешь нам лучше? Давай. Да, мы в конце пойдем. Нихуя Маша всех собирает на вашем концерте, блядь. Какого хуя? Привет.
Ой. Егор, пока! Пока, пока. Спасибо, что пришли, спасибо, ребят. Так, Костяныч, я с тобой, да? Или что? А, тут же нет мест. Я назад сяду с оператором, так. А ты вперед с Парадеичем. Быстрее, пока люди на улицу не вышли. Ром, я сейчас скажу так, куда ехать. Да. В обиде, да не в тесноте. Я просто... У меня был один раз концерт примерно такой же. Но только я, блядь, ебашил час. Я в ахуе. Было очень жарко.